С района юбилейной. Я ждала 35 лет почти. Сперва в бараке я приехала, потом прожила там 10 лет. И вот на этом доме сейчас 27 лет живу. Наряду с пенсионеркой Еленой Петровной возможность переехать из старого жилья в новое получили более 70 лесосибирских семей. В основном это жители ветхих домов микрорайонов Черемушки и Северной. Именно для них в этом году построили 3 трехэтажных дома. 2 в южной части города и 1 в 7 микрорайоне. Жильцы отправляются за долгожданными ключами. В соответствии с положенной квадратурой люди получили одно, двух или трехкомнатное жилье с чистовой отделкой. Хорошая кухня. Что мы поставили? Мы поставим сюда гарнитур, стол, будем здесь кушать. В молодой семье Стариковых 2 детей. В скором времени они все вместе переедут в новую трехкомнатную квартиру из старенькой двушки с прогнившими полами. В новом жилье их устраивает абсолютно все. Обязательно балкон или лоджия, не знаю, как это называется. Будем по утрам выходить на Енисей смотреть. Вообще здорово. Мне очень нравится. Я вообще довольна. Всего в 3 домах сданы 72 квартиры, куда в настоящее время спешат переехать жители из своего ветхого и аварийного жилья. Программа по переселению продолжится и в наступившем году. Планируем, конечно, и дальше строительство. Если вы видели, то у нас уже по юбилейной уже поднимаются 5-этажные дома. Ну, конечно, ситуация с жилым фондом в городе сегодня сложная, и людей надо переселять, и у нас уже и дальнейшие есть планы, все же планируем. Но ждем, конечно, какого-то все же федерального краевого финансирования. Надеемся, что дальше эта программа у нас будет существовать, дальше работать. Надежда Севрюгина, Евгений Замащиков.